Привет, меня зовут Данила. У меня есть такой вертолет. Я не помню, ну, когда мне его подарили, на день рождения или на Новый год. Наверное, просто купили мне, ну, чтобы я радовался. У него крутится винт и вот этот маленький запасной винтик. Он военный, у него есть пулеметы. А тут спереди такая пушечка. Ну, еще одна. У него есть колесики, чтобы прогоняться. И еще у него открывается кабина. Туда можно посадить какого-нибудь чувака. В кабине есть стульчик, есть рычаг. Посадил, надо обязательно закрыть кабину, чтобы лот не выпал при полете. Вот так вот. Ну, этот раненый. Этому кисть отрубили, ну, когда он на войне был. Пока. Пока. Я тут. Мне тут на войну надо. У него есть еще такие вот крылышки и хвост. И, кстати, вот тут вот это тоже пустота. И в кабине пустота, и там вот так пустота. Это как бы, ну, такой багажник. Тут есть огонек, и возле пулеметов есть огоньки. Так, где мой автомат? Пока!